Ежегодно сотни домашних животных в нашем городе оказываются выброшенными на улицу. Часть из них попадает в приемник. Сегодня там живут собаки и кошки, которые когда-то были домашними любимцами, а теперь оказались не нужны своим хозяевам. Животным приемника помогают неравнодушные горожане, представители организации, среди которых клуб «Акбар». Если вы завели животное, то вы рассчитываете, что это животное живет не год, а 13-14 лет, что все-таки должна быть какая-то ответственность. Стерилизуйте, кастрируйте, потому что когда они плодятся, понятно, что вы щенков всех пристроить не можете, но раскидывать щенков по городу – это тоже не есть выход из положения. Каждый год Акбар организует сбор помощи для животных приемника. Приносить пожертвования можно в клуб здоровья на улицу Силкина, 10/1. Это корма. Корма сухие, педигри и вискас лучше другой не приносить, как пишут, что может быть, что болеют от остальных марок. Потом моющие средства, я понимаю, и сама, это одно из самых главных, чтобы не распространялись болезни, дезинфицирующие. Потом старые тряпочки, подстилочки. Помогают организаторам школьники, волонтеры клуба здоровья. Ребята считают, что в их поддержке и заботе особенно нуждаются брошенные собаки и кошки. Им нужна еда, им нужно питье, лекарства. Им нужно помогать и тем животным, которые в приюте бросили люди. Помощь от горожан клуб «Акбар» принимает до 30 апреля, а затем пожертвования направят в приемник.